Добрый день! Вашему вниманию сток. Это новая одежда без этикеток. Здесь универсальный набор. Есть спорт, есть потеплее одежда, есть что-то летнее. Лоты небольшие и хорошая цена. Итак, спортивная женская М-ка. Короткие леггинсы размер S. Майка размер M, спортивная. Майка с S-ка. Шорты с резинкой. Размер S. Здесь большой размер. У нее сетка перфорация внутри. Короткие леггинсы S. L. XS. Здесь футболка с рукавами. Сетка, хлопок и сетка. По размеру она оверсайз идет, поэтому она и S, она и M. Леггинсы. Больше похожи на такие плотные колготки. М. Л. Все, пока что идет спорт. С. С. А спорт посещают М. Летом и зимой это сейчас тренд. Размер С. Здесь большой размер, это хлопок. И сзади сетка. По размеру она большая. Размер, наверное, XL или L. L. S. 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 Короткие леггинсы. Размер S. Кофта для велосипедистов. Размер L. Леггинсы размер L, длинные, майка S, L, футболка с коротким рукавом, хлопок, леггинсы, размер L, нет, они не хлопковые, в состав входит хлопок, но не хлопковые, L, леггинсы размер S, они укороченные, можно из них велотрессы сделать, то, что сейчас тоже актуально, размер S. 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 Кроп-топ. Хлопок. Спорт S. XL. Здесь спортивные трусы с леггинсами внутри. Размер S. И здесь карманчик, они для велосипедистов будут хорошо. Кроп-топ. H&M. Размер M. Размер М, Л, платье Л, оно уже с длинным рукавом, средняя длина на резинке, хлопок С, 40-й размер на резинке, гольф большого размера, хлопок, танковка большого размера, тоже хлопок, футболка М. Легкая очень кофта из хлопка. 40-й размер европейский. Здесь толстовка размер L. Она на нитке. То есть без начеса. Джинсы 46-го размера. Это женский вариант джинсов на замке. Плотные. Домашние фланелевые штаны. Больше похоже на подростка. Трикотажное платье XS. Вот здесь уже идут штаны с начесом. Тоже домашний укороченный вариант. Леггинсы хлопковые. И у них на конце ноги кружева. М. Размер М. Хлопок. Это лен. Размер 36-й. Здесь идет набор из двух танковок. Платье хлопковое в виде рубашки. Размер 40-42. Оно с поясом. Длина средняя. Актуальны сейчас такие платья. Элька. На резинке внизу.
XL, 2XL, вернее, это набор футболок 2XL, женские, белая и черная, 2XL. XL, хлопок. Платье хлопковое с длинным рукавом, размер 38, вот оно уже подлиннее. Танковка. М, хлопок. Это трикотажная рубашка с длинным рукавом, мужская, размер S. 2XL. Хлопковые штаны бананами, SM, XL, хлопок. Юбка двухслойная на резинке, S, хлопок. Disney L, туника с кружевами внизу, размер L, хлопок. XS, ну, видимо, модель оверсайз, хлопок, размер L, размер M, все хлопок идет пока, размер M. Большой размер, 2XL. Ветровка, плащевка, то есть у нее есть сетка внутри. По размеру она 44, европейский размер. Капюшон не отстегивается. Туника S с кружевами. Хлопковые штаны большого размера. Так, они у нас на замке с резинкой. Это Цеунда. 56-58, хлопок. Легкий джемпер, размер L. Парка из хлопка, Цеунда. Так, у нее капюшон заправляется в воротник. У нее есть замок и клепки. По размеру я не могу понять, но очень на 40-й похож на европейский. Джинсы на замке Цеунда 34 размера, они клёшики, что сейчас тоже в тренде. Хлопка, майка. Цеунда 34, ростовка 36, клёши. XL. Цеунда. Здесь такие джинсовые леггинсы на резинке. Цеунда по размеру 44-46, европейские. Хлопковое платье с воланами, размер 42, у нее пояс есть, завязывается, длинная. Блузка большого размера, джинсовая куртка маленького размера Цеунда и хлопковая юбка шикарная, у нее волан есть, низ длиннее, вернее зад длиннее, чем перед, и есть подклад. Я думаю, что она очень комфортная. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.